Буревестник готовится к открытию баскетбольного сезона в Ярославле. Первые домашние встречи он проведет 16-18 ноября против лидера турнира клуба «Русско-Мордовия» из Саранска. Матчи в прямом эфире покажет наш канал «ГТ-регион». Начало трансляции в 7 вечера. Чемпионат России по баскетболу. Суперлига. Второй дивизион. 16-17 ноября в 19:00. Буревестник Ярославль. Русско-Мордовия. Саранск. Прямая трансляция только на канале ГТ-регион.